Доброго времени суток, друзья, меня зовут Алекса Андрианова, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео о подарках на Новый год мне. Извините, что я пропала, просто у блогеров тоже должны быть каникулы. Кстати, ребят, кто смотрит Шерлока, смотрел вторую серию, напишите в комментариях, поняли ли вы, что вообще там было, потому что я лично поняла, но я также видела много постов всяких, что типа никто не понял. Первый подарок моей любимой бабушки, и это вот такая вот петелечка. Спасибо, бабульчик. Тебе большое. Дальше это от моей мамы. Во-первых, это вот такой вот гель из Bath & Body Works. Второй гель, вернее, молочко оттуда же. И третье это вот такой вот кремчик, тоже из Bath & Body Works. Спасибо. И прошу вас не удивляться, что подарков так мало, так как они также скидываются все, как бы мне на поездку в Лондон. А эта поездка будет очень дорогая, поэтому как бы это будет самый огромный подарок, как бы мне вообще. Так что прошу вас. И вообще, под одним видео, где я сказала, что у меня есть водитель, как бы развелось очень много комментариев, типа, блин, не понтуйте своей охраной. Ну и что, что у тебя родители миллионеры? Не понтуйся. Я не понтуюсь, ребят, это раз. Два, мои родители не миллиардеры, не миллионеры. Они нормальные люди, ну как бы водитель это для нас нормально. У многих в нашей семье есть водители. И что? Следующий подарок от моего молодого человека. Спасибо. Это у нас тут... А это у нас тут... Две бомбочки Lush. Пух-пух, бомбочки. Да. Кстати, я хочу снять видео о начале 2017 года, потому что как бы у меня накопилось очень много всего, что я хочу вам сказать. Например, о как бы ошибках, которые я совершила в 2016 году, и как бы хочу их исправить в 2017 году, о каких-то целях и так далее. Но, например, единственное, что я могу вам сказать в 2016 году, я как бы, по крайней мере, до окончания этого учебного года, то есть до лета, я не хочу заводить никаких отношений. Я хочу там со всеми вот эти все связи, там, с какими-то лучшими друзьями и вообще парнями, как бы, парнями и моим молодым человеком и мальчиком друзьями просто вот как бы чик-чик, просто потому что как бы я не хочу сейчас ничего такого. Следующий подарок от моего папы. Он мне подарил даже лаж бомбочки лакшери, а также он подарил мне как бы деньги на маникюр, который я уже убрала. Ну, он мне достаточно много подарил денег, поэтому я могу еще сделать маникюр хоть 20 раз еще. И как бы на стрижечку. Также тетя мне подарила, что она мне подарила. Сейчас я вам покажу. Она мне подарила вот такие тапули. И просто мои любимые тапули теперь. И я постоянно в них хожу. А также я забыла сказать, что мама подарила мне еще кроссы. Но я просто не могу их показать сейчас, потому что как бы они в Москве. Вот, потому что там был только 38 размер. А размер этих кроссов, он очень маленький. То есть он как 35 мне. Вот, мы поехали менять, и оказалось, что размера больше нету, и размера больше есть только, которые по 8000, мы такие, типа, ну ладно, купим попозже, через месяцок, вот так вот, ну это я решила, как бы, вернее, не через месяцок, короче, купим попозже, но это я решила, это полностью мое решение, так что все хорошо. Ну и да, в принципе, это было все видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и пишите ваши комментарии, и да. Не забудь.